Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Бравл Старс. В общем, решил я Барли прокачать до 10 уровня. Играю на захватах кристаллов. Тут, правда, я до этого начал снимать, ребята, и VPN, как он не вовремя отключился, и поэтому получилось так, что пришлось мне минут 15 первых поединков просто исключить. Так, это что за псих? Первый раз такого вижу. Ладно, Барли, нам плевать. Нам плевать, надеюсь, нам плевать. Так, это Морти? Мортис, ё-моё. Хорош так прижучивать. Так, Барли там вражеский. Давай кристалл заберем. Так, не подставляемся, друзья, мы не подставляемся. Он меня выводит из себя, что ли, не пойму. Вот попалась там одна, а. Так, кристалл, 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 кристаллы, кристаллы. Я заберу их. Забрал, блин. Ну, ё-моё, ну. Давай, Динамайк там. Накажите этого олуха. Забрали, красавчики. Теперь назад, главное, вернитесь. Так. Хорош. Так, ну что, прижучиваем Мортиса. Куда он хочет смыться, интересно, от нас? Ну, хотя бы так. Хотя бы так, друзья мои. Так, замечательно. Они все потеряли, что могли. Они все потеряли, что могли. Так, ну что ты, парень, у меня 9 уровень получаешь? Получаешь. Ну и шикарно. Шикарно, друзья мои. На часах 4 часа ночи Рэйчик играет. Шикарно просто. Потому что я сегодня днем, ребята, вырубился что-то. Ну как днем? Где-то в 5 дня уснул после бутылочки пенного. И в 12 встал. Все события проспал в Страйкфорсе. Ну ладно, ничего страшного. Нормально, мы начали неплохо, ребят. Так, Кольт, отвали! Так. Да ладно, блин. Мелоди, ну что ты? Да чтоб тебя, блин. Эту парашу надо сносить. Мелоди, сноси. Нефиг ей здесь делать на нашей территории. Я забрал. Но меня надо прикрывать. Восьмибитка! Ну вы молодцы, блин. Фью. У меня на вас слов нету. У них уже 9 кристаллов, ребят. Динамайк потерял, бери кристаллы. Че, не собрал, что ли? Нет, собрал, собрал. Собирай, собирай, собирай. Так, ребят, у нас не львиная ни хрена доля. Да ёпрусы-то, да... Офигенно, офигенно, ребята. Нормально. Ничего нормального не вижу. Короче, так и будем. Трэш какой-то, блин. У них 11, ребята. Они сейчас будут отходить.
Я понимаю, что стрелку терять нечего, ребят. Вон, динамайк, блин, вшивый. Не успели. Просто не успели, тупо. Ладно, ублюдки. Будет наша месть жестка. Надеюсь я на это, что она будет жестка. Че тут у нас? Два... Блин, ну и команда, конечно. Два Барли плюс... Ракетчик. Ну ладно, посмотрим, что получится у нас, ребят. Обстрел дикий начался. В принципе, как бы неплохой. Ау. Макс там, оказывается, у нас спряталась. Надо жучить ее. Рычик, не подставляйся, блин. Так, я пойду тот кристалл заберу. С вашего позволения. Макс, валить надо. Далеко не убежала. Вшивая. Досиделся там под ультой. Макс думает, что избежит урона. Нет, не избежит. Этот чувак очень хорошо бомбит, кстати. Этот гранатометчик. Метка, главное, что. Ну нафиг я подставился, а. Эй! Вот где гранатометчик нужен, там он, ребята, ни хрена не делает, блин. Нафиг ты ее отпустил-то, блин. Да этот нам, блин, вообще за даром не нужен, если честно. Он ее наказал все-таки, красавчик. Он ее наказал, и это было красиво сделано. Так, а я пойду тот кристаллик еще заберу. Вот этот заберу. Фух. Шикарно. Да, эта ульта, конечно, была круто там сработана. Я даже сам с этим согласен. Ну, тут осталось совсем чуть-чуть, друзья. И 10 уровень будет в кармане. Потом будем кого-нибудь другого прокачивать. База я уже прокачал, друзья мои. 10 уровень. Это как раз было до вылета. Ну что? Погнали. Кастомайз. Сразу же открыли счет. Открыли счет и прижучили нас, ребятушки. Слушай, вот этот Пока или как вот там? Да иди ты в пень! Да как двоих-то сразу шатали? Ну вы че, блин? Ноль кристаллов, ребята, все профукали. Нету никого, нету. Пипец. У меня нет слов. Игрочишки, блин, из нас. Че, они насобирали уже кристаллы? А где наш третий-то, не пойму я, блин. Подожди. Понятно. Ну ладно, я стою тут уже без вариантов, ребят, по-моему. Да, тут без вариантов. У меня такое ощущение, что я с ботами играл. Серьезно тебе говорю. Просто тупо, никакой тактики. Просто бегут на пролом. Даже не видел, чтобы ульту применяли. Так что...
Как говорится, пошлют в атаку с дебилами. Хоть стой, хоть падай. Я думаю, что боты смайлики не ставят, ребята. Поэтому, кто смайлик не ставит, тот бот. Поэтому я ставлю смайлик. Чтобы хоть как-то отличаться от этих идиотов, блин. Тара, да? Ну, я его тоже хлопнул. Так, у них опять преимущество по кристаллам. Ну вот опять идиот стоит, как... Дал бы по мозгам. Но снеговика этого шлепните. Пошел, я соберу кристаллы. Дай-ка туда ульту в сандалю. Прекрасно. Ну иди собирай, иди, иди. Прям вот не терпится, я вижу. Но, мелоди, блин. Теперь иди и стой там, блин, будем тебя прикрывать. Прекрасно сыграли. Очень хорошо, ребят. Ну, здесь нормально. И мелоди вроде бы не бот. Встал. В кустах. Кустарник несчастный. Типа я его не вижу. А ведь я вижу. Так, а что у нас там будет следующая эта награда? Я не помню. Давай-ка глянем. А, 200 монет, все, вспомнил. Сразу же вспомнил. Так, у нас 2000, ну, почти 3000 монет. Силы мало, конечно. Силы мало, да. Ну что, Барли, ты готов прокачаться? Я так надеюсь, что если мы этот поединок выиграем сейчас, то он у меня качнется. Но там еще персонажей дофига, ребят, которых нужно прокачивать до 10 уровня. Потом, конечно же, будем прокачивать до 20, а потом до 35. 35 уровень самый последний, вы сказали. Но я не знаю, это сколько придется мне боев здесь сделать. Миллион, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой, подставился под шарик твою. Ну, он тоже сдох. Шарикообразная чмошка. У них, ребят, по кристаллам пока... Пока ведут они по кристаллам. Но! Ну нафига ты ульту Рэй запустил? Да, конечно. Гада, шлепнут там. Запускай ульту. Фига он тут нахрапом. Это меня? Я не на того персонажа смотрю. Ой, жесть, ребят. Я на другого перса смотрел. Попутал, прикинь. Так, Дэрил да выпендривался. Опа, 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 опа. Ну и нафиг мы это сделали вот так вот. Беспонтово. Смотри, 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 что делает. Смотри, что делает. Ну! Дэрил, я понимаю, что ты собрал это. Ты хотя бы бомбанул бы его разочек-то, блин. Он опять за свое, а? И опять я сдох, блин. Прикрываешь этого придурка и подыхаешь, блин.
У них 10 кристаллов, ребята, они насобирали. Нормально? Так, на этого говнюка нам пофиг, если честно. Да ладно, блин, этот идиот еще и сдох здесь с кристаллами. Мудак, полный мудак, ё-моё. Придурок, блин, полез куда-то, ё-моё. Я понимаю, мне нечего терять, у меня кристаллов нету на руках. Этой с газовыми баллончиками нечего терять у него. Но этот-то мудозвон побежал, блин, с полной рукой. 8 кристаллов было на руках, блин, побежал, тварь, а. Если бы не ночь, я бы сейчас бы тут орал бы, как не знаю кто, блин. Придурочный, я. Я в шоке, ребята, от такого дебила, блин, который полез, просто полез. В атаку, блин, со с кристаллами. Нормально, ребят? Опа, опа, опа. Это кто? Это у нас пингвинчик, ребят. Пингвинчика кто-нибудь завалит, блин? Завалили, блин. Да, конечно, в ближнем бою, ребят, вообще не айс, не профи нифига. Ах, сейчас ульту сделаю. Так, 9 кристаллов есть, ребят. Да заткнись ты со своим тидери-тидери. Блин, мне подбили. Так, уходи, правильно, Джин, уходи. Я, если что, тебя тут прикрою. По возможности. Джинни молодец. Джинни побежал в кусты, так и надо. Ну что ж, друзья, вот и Барни получает 10 уровень. Приятно. Так, а кто у нас будет следующим? А следующим, следующим... Может взять... А, Биби, а я ее почему-то Салли назвал. Биби это же. Можно Макса прокачать. Джеки. Блин, Тара, Тара что-то мне не понравилось особо, если честно. Но Пайпер это вообще для меня труба. Ну что, давай попробуем тогда, наверное, Фрэнка. Я, кстати, не видел, чтобы тут особо за Фрэнка играли. Именно на кристаллах. Но я попробую. Команда, блин, этот с крысами, да, со своими? Ульта на крысах. Погнали. Так, ребят, не подставляемся, не высовываемся. Так, не подставляйся ты там. Да это боты, по-моему, против нас играют, ребят. Ну да, боты, а нет, злится. Ну, видимо, чувак, тебе не повезло, что ты с ботами стал играть. Вообще шансов ноль. Я как танк, танкующий. А эти все рядышком. Нормально получилось. Так, ну что, Фрэнк, давай попробуем дальше.
Все равно рано или поздно мы с тобой отгребем. Это факт. Не может нам так фартить на постоянной основе. Два Фрэнка плюс Мелоди. Ну, я не знаю, что тут получится из этого, ребят. Два Фрэнка. У него по хпшкам больше, ребят, получается. Как они тут будут против нас, я не знаю, ребят. Это, конечно, жесть была. Просто жесть, просто разорвали. Так, ну что же, Фрэнк у нас получает 8-й уровень. 8-й уровень, окей. Нам нужно до 10-ки его прокачать. Так, наверное, еще пару боев на кристаллах, потом что-нибудь, ребят, другое возьмем. Надо ко всем режимам привыкать. Так, пчелка. Мортис у нас. Ну и Нита. Так, насколько я помню, здесь... Оу! А как так кристалл-то проворонили? Как кристалл... Блин, я кристаллы профукал. Да нет, Мортис, вальнут тебе там. Погнали. Так, я вижу. Твою мать, я не успел, ребята, нажать. Ну, как бы он стал делать ульту. Он бы сейчас кристаллы бы все выронил бы. Отчет бы уж пошел бы заново. Блин, я не успел. Тупо не успел нажать на ульту. Ну, как нажал на ульту. Время прям вот... Как он только начал делать, время кончилось. Обидно вот это, конечно, было, да. Причем их зажал там в угол, блин. Да команда тоже, ребят, там не особо какая-то была. Муха, которая постоянно гибла, блин. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Шариковый идиот. Ну, тут будет изи, ребят. Уже сразу видно.
Тут уже сразу видно. Не ведись за этим Барли, пускай он там стоит, блин. Ну и все, ждем просто времени, да и все. Еще по кристаллику возьмем и нормально. Да, вражеская ПМ даже не помогла. Ну, я имею в виду им. А наша ПМ нормально, нормально. Вжаривала. Так, давай далее. Посмотрим, что там будет произойти. Будет произойти. Ага. Блин, ну у них команда бомбардиров, короче, да? Да, команда бомбардиров. Так, этот хламон где прячется? Мне ничего терять, ребят, кристаллов у меня не было, поэтому я мог себе позволить. А, у них кристаллы все. Опа. Это у кого же кристаллы? Я понял, у кого, ребят. У Мелоди. Блин, никто даже не прикрыл. Просто никто не прикрыл. Бегают там вшивые, блин. И пофиг всем. Собака, накрыли мы ее. Нормально все вышло, ребятушки. Все хорошо, теперь просто контримся и все. Да какого лешего там происходит-то? Хахакнешь в другом месте, хахакала. Нормально. Пускай я не поймел кристаллов, но зато я тут пытался отбиться. Ну, защитить я имею в виду. Ну, есть, девяточка. Девятый уровень. Так, ну что, захват кристаллов под рынок, или давай попробуем теперь. Слушай, подожди секунду. У нас же мясорубка по квесту осталась или нет? Осталась. Слушай, интересно, как я вот это вот выполнил, если они только с Бравл Пас идут. Ладно. Пройди уровень в режиме мясорубка. Поехали. 100 очков, ребят, получим за прохождение. Сколько там? 5. Защищаем наш сейф. Ха-ха-ха. Ну и чё? Нита это, блин, спит. Куда враг пойдет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, Нита это, по-моему, ребята, бот. П
Почему я так думаю? Потому что он тупит. Красавчик. Так, нам... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Гад! Нахлобучил! Вон-вон-вон-вон, сейф, ребята! Так, 18 секунд, ребят, продержаться. Девять, восемь, семь. Слушай, мне кажется, с каждой заходкой будет все сложнее и сложнее, ребят, нам играть. Что такое ощущение складывается? Отличился, блин, одна смерть. Никто не отдуплился, а я вот крякнул. Так, мясорубку еще надо проходить? Блин, еще надо проходить. Ну, я не знаю. Ну, давай попробую, ребят. Ну, насколько я могу судить, сейчас будет еще сложнее. Потому что в первый раз, когда мы играли, не было у нас этого синего робота. Теперь, скорее всего, он будет. Может быть, даже их будет два здесь. Ну, бот, понятно, короче. Повезло нам, ребят. Че ты ноешь-то там? Ноет нытик, блин. Гад, а? Да, их, по-моему, тут, ребята, больше стало. Приближается большой робот. Что ты там орешь? Отлично, я сейчас покажу, отлично. Гад, ты меня нахлобучивает, а? Да шлепните вы его, блин! Что-то тут их... Опа-на! Он один! Мы, конечно, молодцы. В кавычках, блин, ребята. Этот идиотина херли сдохла, лезет куда ни... Да какой там... Блин, этой же командой я не это хотел, ребята, сделать на самом деле. Хотя тут... Ладно, посмотрим. Может быть, даже Фрэнк здесь вообще, ребят, не в тему. Со своей ближней вот этой дебильной атакой. Единственное, что как танк он сгодится.
Третья волна. Так, после нее будет уже этот робот, да? Так, приближается большой робот. Куда ты ульту-то спустил? Давайте, ребят, пока он там... Ох, сейчас ты дорадуешься, а? Блин, не надо погибать, главное здесь. Я надеюсь, они там отобьются. Блин, этого мало здоровья. Как у меня... Ну, выиграли. Фью. Каждый отдуплился по одному разу. Ну, что ж поделаешь. А, это каждый по сотке мы получаем. За каждый раз. Ну, это хорошо. Это получается... Опа! Билетик. Звездочка. Почему редко? Ну... Так, 100 билетиков, да? Ну что, нам надо последний этот сделать. Последний рубеж. Слушай, я так понимаю, здесь, ребята, не идет опыт. Поэтому здесь можно взять любого. И возьму я, наверное... Наверное, МЗ. А Фрэнком тогда в другом режиме добьем десятку. Блин, надо было взять, наверное, либо Була, либо Шелли. Что-то я как-то с горячухи взял эту. Так, вторая волна. Ну, ё-моё, ну, Нита... Я офигею, бот что ли опять, блин? Да, что-то чувствую, я взял, зря взял МЗ. Да как, уже? Где, ребята? Вон он. Только не дуплитесь, пожалуйста. Готов. Прыщ. Так, нам надо сейф. Зашибись! Она все-таки отдуплилась, да? Ай-я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 й! Вот это, блин! Ну! Фух! Твою ж налево, ребята, выдержали. Шелли аж два раза одуплилась. Нита ни разу. Молодец, красава, Нита.
Так, ну что, мясорубка пройдена у нас получается, или там еще один надо? Еще один раунд, да? Черт, я даже не знаю. Даже не знаю, как, за кого тут лучше сыграть-то. Может, за Пэм? Ну, Пэм атака такая, ребят, не особо сильная. Единственное, что хил, да, есть у нее. Да и то на ульте. А босса я фиг знает. Босса надо валить с супер какими-то там атаками. Блин, у нас Эль Прима. Не самый мой. Это вот точно бот, ребят. Сто процентов. Да, я тоже бы поплакал. Так, где робот у нас здоровый? Вон он. Что он там говорит? Отлично. Готов, хмырь. Эль Прима, копи здоровье себе. Жизни. Черт, подери. Готов. Меня накрыли, ребят, медным тазом. Да куда ты прыгаешь-то? Все. Бомбанули сейф. Не знаю, друзья. Не знаю я, как нам тут брать. Я, наверное, возьму Эль Прима, попробую. Черт узнает. Как тут с ними, блин, бороться? Наверное, все-таки Фрэнка лучше взять. Он хотя бы их станет. Ладно, сейчас глянем. Прима панч. Прима панч. Рестлер. Черт бы тебя побрал, а? Уже по сейфу попали. Да потому что бегайте как придурки, все в кучу, блин. Так. Короче, вот это вот шваль, блин, который с нами тут сходит, вообще никуда не годится. Просто никуда не годится, блин. Ни черта толкового не делает с своим флаконом, блин. Понтов море, блин, толку мало. Вот
это вот самое бесявое. Но! Есть. Щит. Нормально. Все, уровень пройден. Ну, сотку получил всего лишь, ну и фиг с ним. Ну, а теперь пошел я дальше докачивать, ребята, Фрэнка. До 10 уровня. Где наш Фрэнк? Вот он. А испытание мы возьмем. А это интересно. А, тут все, ребят, да? То есть не будет такого, что откат. Можно еще раз попробовать. Жаль, жаль. Ну, не повезло мне там, конечно. А что за зачистка, ледяной парк? Вообще ничего не дает, ведь, да? 5 на 5. Брубл, зачистка, змеиной степи, нокаут, ограбление. Давай на кристаллах, потом можно было бы, конечно, в нокаут еще поиграть. Зря, говорят, игнорируешь одиночные столкновения. Да я не то, чтобы даже, ребята, игнорирую. У меня там просто не получается нифига. Там же выживает только один, последний. Так, ну что ж, посмотрим, кто у нас тут и что. Я вижу Пока. Ну и чё? Чё это дура-то? Пипец, баранина, а? Ну это точно бот. Да вали ты её, ну! Шваркнул, надеюсь. Да, 7 гемов у нас. Только не лезь, пожалуйста. Блин, бот еще и с гемами. Что может быть, ребята, хуже? Бот с мобами. Тьфу ты, бот с мобами. Бот с кристаллами. Ну, идиотина, что я могу сказать? Я в шоке от нас просто, блин, как мы играем. Прекрасно. Замечательно. Этот-то что стало там? Стоит, блин. Мне, чтобы помогать, блин, встала там, спряталась, блин. Фрэнк, пойдем, хохокать будешь потом уже как-нибудь. Сейчас тебе не до хоханья. Ну? Что за команда у меня тут? Блин. Мортис, блин. Ладно. Посмотрим. Там еще и шарф, тут еще и брок.
Да понятно, что меня тут запинают, друзья. Столько дальников, блин. Этот вообще тут не в тему, если честно, ребят. Вообще, вот просто не в тему. Нормально? Два кристаллика стырил, молодец. Дал им небольшую тут, так сказать, передышку на набор кристаллов. Я только отдупляюсь. Ну а другого варианта нету, ребята, мне. Кто у них там с кристаллами ходит? Вот что мне интересно знать. Ну и чё, блин? Понятно, мудозвоны. Да команда дебила, блин. Мортис беспонтово играть не умеет вообще нахрен. Пфф, он даже добить не смог, ты прикинь. Дебила кусок. Команда дебилов. Чё могу сказать, чё? Столько отдупляться Мортису, ну это вообще позорище, блин. Только здесь находился, в этой зоне. Ни хрена даже кристалл не собирал. Блин, динамайк тут. Хреново. Опять шарф. Хрень какая-то. Снайпершот тут мне не нравится, если честно, ребят. Это боты. Видно сразу по их тупому. Как вот тебе попадет команда с ботами. И играй с ними как хочешь. Да боты, конечно, идут вон. Все этой шеренгой, блин. Даже не разделятся, ничего. Ни в кустах не спрячется. На ульте сыграть захотел, да? Все, ребят, у нас здесь кристаллов. Ну вот было бы такое, чтобы шарф просто бежал к тебе в упор. Ничего не делая, никак не увиливая. Нет, конечно, друзья. Да, это боты, блин, неинтересно даже. Даже неинтересно. Ну чё, Фрэнк, получишь, нет? Да, конечно. Получит он. По башке, если только получит своей дубиной, вот этой кувалдой. Здесь то, что вот на кристаллах, ребята, долго, слишком по времени идет. В нокауте было бы все намного быстрее. Но нокаут тоже прижирается, приедается, так скажем. Понятно, мы как всегда в меньшинстве, ребят. Хоть бы кто-нибудь, ребят. Да. Этот проснулся, идиота кусок. Сидит там, тупит, блин. Получил по башке, придурочный.
Так, вот у этого, ребят, 7 кристаллов. Пошли забирать. Ну, чё ты... Твари, а? Ну, твари, а? Это дебила кусок вообще... Где главный ихний? Сейчас прощупаем. Вот он. Да где, блядь, все мои-то твари, блин? Дебилы, а, конченые. Ну просто дебилы конченые. Ну собери кристаллы и валите отсюда, к чертовой бабушке, блин. Да не дебилоиды. Я не знаю, как с ними, ребят, можно тут играть вообще. Просто дебилоиды. У них 10, у нас 12. Стоим, ждем. Ну уйди ты, у тебя 13 кристаллов. Ну уйди ты нафиг отсюда. Выиграли, да? Выиграли, ребят. Я не знаю, это бесполезное дерьмо, блин, если честно. Просто бесполезное. Или просто он им играть не умеет. Сколько моментов было, где, блин, надо было, блин, подобрать и свалить. Нет, идет, хавальник свой открыл, блин, там же и сдох, блин. Так, ну что, друзья мои, давайте, наверное, за Макс еще боечек один сыграем. Только не на захват кристаллах, а на нокауте, потому что так быстрее. Ну и будем на сегодня закругляться. В следующих сериях будем прокачивать их дальше. Команда как бы неплохая, но у них... У них тоже неплохая. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Отлично. Не бубни там, давай. Давайте, ребят, хотел сказать, без подстав, блин. Оп. И 9 уровень. Ну фиг с ним, давай 10 добьем. Говорили. Раз уж такая пляска пошла. Раз она получила 9 уровень. И почти 10, то уже добьем его тогда. Отправь бойцов в нокаут. Ой-ой-ой, кактус. Ну мы уже как обычно в меньшинстве, ребята. Шелли там спит. У меня-то что застряло, блин? Брок, не лезь туда. Да что мне, блин, за... Я не знаю, ребята, блин, заедает ее просто, блин. Просто тупит. Или ее в стан кто-то вгоняет, или я не знаю, что происходит. Она не может двигаться у меня. Но здесь мы выиграть должны. Я буду в шоке, если мы еще и проиграем. Он ульту потратил, отлично. Понятно все, короче. Шелли, тебе же придется выйти. Сейчас у тебя зона вон.
Да, ну. Фуфло полное, блин. А не Шелли. И Брок тоже дерьмо, блин. Сфейлился, блин. На ровном месте. Бля, ну пипец какой-то, ну... Да понятно, почему проигрываешь. Вот это дерьмо сидит тут. Да, одна, конечно, против всех. Ага. Тварь, блин. Халявщица, блин, сидит, блин, в кустах дмымра, блин. Кусок дебила, блин. Ты там бегаешь, блядь, один, думаешь, блин, там хоть кто-нибудь прикрыл бы тебе задницу. Эта тварь сидит в кустах тут, блин. Щемит, блин. Говна кусок, блин. Да, конечно. Иди нафиг отсюда. Energy drink. Сказал бы тебе какой там energy. Ну, Барли тут, конечно. Ой, какой ты молодец, Дэрил. Катнулся, да не в ту сторону. Надо было на нас катиться-то, а не куда-то там. Как меня прям бомбит от той твари, которая сидела в кустах, а? Шваль подзаборная. Просто не могу. Просто из-за этой мымры, блин, вся команда свалилась. Потому что все шли драться, блин, а она, тварь, в кустах сидела, блин. Чмошница, блин. Ну что, очередной раз там, ё-моё, в меньшинстве опять играем. Аккуратнее, аккуратнее, этот хмы... Нормально. Прикольно. Тут мы разнесли. Ладно, я пойду сюда. Я не хочу, как все бараны, идти в одну точку, блин. Какой ты, блин, молодец, а? Ну, я хотел как лучше, ребят. Такой... Втихушечку... Выглянул такой, оп. Но не тут-то было. Не прокатил, ребят, у него фокус этот. Отлично, друзья, 10 уровень взяли. Ну, Брок мне понравился такой. Из кустов, оп. Выглянул, на, говорит. Оу. Так, мы еще здесь выполнили 200 монет. Не бог весть что, но 200 монет, ладно. Сгодится. Тут, кстати, не очень какие-то награды у нас пойдут потом. Ну что ж, Макс до десятки. Джеки у нас вот прокачиваться хочет. Газ. Ну, за газ я вообще не знаю, ребята. Газ, Тара, Роза, Биби, Пайпер. И, в принципе, все. 5 персонажей осталось, да? Раз. Два, три, четыре. Пять, шесть. Шесть. 7 даже. 7 бойцов, ребят. Ну что же, а на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.